Все, разбанил. С урона на полу выходить. Что, блядь, показалось, что сова стоя ест. Маленький, средний, большой. Когда маленький умирает, средний поставит синюю руну, вторую. Потом зеленая будет. Вы главное, это когда средний умрет, раньше возьмите. У нас одни РДД. Иначе вас всех зауешь. Я нечаянно мискликнула. А если ты имеешь в виду друг с другом, если стоять, то больше ОЕшит или что? Он кидает ОЕшку, увеличивающий пополам входящий урон на 300%. То есть он кидает в одного человека, но если вы стоите рядом, оно кидается на всех. Раньше 5 метров минимум надо ну, держать. Ну там гнидыч дальше всех будет стоять от босса. Нет, ближе. Там не один человек, там надо минимум 5. Тут он по-другому работает. Короче, кто дальше от босса стоит между собой просто рейндж? Сколько там, 15 у него? Минимум 5 человек должны быть в РДД зоне, дальше всех стоят. Иначе он кинется в миле, во всех. Не, я говорю между собой, сколько там, 15 если? 5 метров минимум. А, ну это нормально. Готово? Да, запускай.
всего лишь смертные. Диспелить меня? Алло. А тут некому. В смысле некому? Крестов, палов нет. Ну... Тогда я сдохну. И панцирь есть? Через один будет. Через два тут. Ну да, через два. На третьей фазе он меня убьет просто. Ну что, сначала панцирь, на второй не зыбка, на третий... Разойдитесь, ой, сейчас АОЕшка будет. На третий кровь отдал. Здесь дерево поднимай, мага. Жизнецвет на стакеле, себе инр залей. Захилите мага. Себе инр хуяри, захиливайте рей. Давайте геру. Чё у тебя по прожимкам? Мне хватит. Не прохили. Это под кровью. Я не знаю, что мы тут делаем без диспела. Не, хило нормально вошло. Я успел пока здоровье пускалось, два раза прохилить, забросить. Я тебе говорю, что на третьей фазе этот дебаф бьет 25% в секунду. И сам урон первый. Это магия. Там магия, ну. На, у нас просто на некому диспалить эту магию. А как мы йога будем убивать без диспела магии? Хороший вопрос. Ну, типа, нам хотя бы один диспеллер нужен. Да нету нихуя, блядь, конец недели никто не пишет. У одного КД, если хотите, блядь. Я могу на этого босса зайти на приста. Да нам и дальше нужен диспеллер, типа. Я не знаю. Дальше где? На йоге только. Ну, на йоге нужен. Давайте, пиздуйте это на собрание. И получше сейчас хилить будете. Сейчас Роланда будешь подхиливать, помогать. Они рейд еле прохиливают. На танке жизнецвет, если с дерева держишь. Если просел по мане, инер у тебя в КД, сразу говори мне, начну подхиливать танк. Рога ложный там изредка поджимай, чтоб по тебя меньше хилить было. Так, сейчас я гляну, что ты там хилишь. Понял, рост, но Женя, все правильно. На первой экономишь, на второй побольше начинаешь хилить, а на третьей, когда один моб остается, вхуяриваешь в танка приоритет. Слез дерева. Бармалюга хуяришь волной в него.
когда особенно на нем дебаф висит. Волны все зайдут. Ну а как рейд будет жить, я хуй знает, будет Роланда цепухой хуярить. Если Роланда видит, что не справляешься, говори, Войт, помоги, и все. Тогда я помогу. Лапу дайте. Гнидыч и Рога. А ты видишь, что это зелье диспелит магию? Мне кажется, там но написано, что оно диспелит все, кроме магии. Нет, там все диспелит. Декурсии, это все подряд. Это слабая, которая, да, с 30-х левелов. Вот это? Да забейте хуй, блядь, сейчас прохилить просто надо. Давайте, поехали. Все готовы. А к йогу там уже посмотрим. Не-не-не, очищение, там другое что-то есть. Не помню, как по-русски называется. После синей разбегаемся. В синюю сначала не бежим, ждем, когда зеленая покинет. Потом уже в синюю встанем. Сейчас зеленая. Я тебе говорю, что без диаспора нам тут делать нечего. Как бы, если бы еще был бы Хулипау, я бы поверил в прохил меня. Но типа, если был бы Хулипау, он бы это и продиспелил. Короче, пошли дальше, блядь. Давай дальше, да. Ну, типа, это единственный босс, скорее всего, которого мы не осилим. Ну и Йог, если не зайдет диспелер. Потом Роланда зайдет на пристады и все, и нормально все сделаем. Шли пока дальше, ебанем. А у тебя на ДКшнике только этот танк и ДДшный собран или только танк? Тут ДД нет. У меня тоже, блять, я как ДК создаю, так сразу в танке сижу по КД, блять. Это не мой персонаж. А ну тогда мне его отдали. Неохота, наверное, второй спек собирать. Не, у меня просто есть другой ДК, у меня 3 ДК. И... Ну, это каждый в своем спеке. И я не танк. Типа, мне не нравится танчить. Я никогда не буду собирать танка, если меня не попросят. А, типа, ты танчишь по необходимости сейчас, да? Ну да, танков. Большого забань. А, большого. Опулили. Ремонтиков убить. Я танчу, потому что меня попросил ДМ, что он сказал, что надо убить Йохсарона первым.
попросил танк. А где баниш? Да он дрыгается в нем. Можешь снимать. Не откидывается пидорас. Ходите наверх, ставьте рыбу, ешьте. В тело играем, когда челик отберет, руку разбиваем, чтобы освободило челик. Как выкидывает с руки сразу тело. Дотки на руку много не вешайте, не ешьте. Он стоит. Гнитыч. Рука подписана, если что, правая, она слева от нас. Тело. Я пока не могу прочитать это заклинание. Я лишу тебя жизни. Руку. Так а чё вы рассните, у вас два БР, не в КД. Сейчас лучше придёт. Добейте правую руку, он умрет. Руку добейте. Вот у меня сейчас никакого луча вообще не за весь бой не пришел. Может там есть спот, который считается за мили, но соло не дает.
Там тоже, блядь, какое-то количество ренжа должно стоять, 5 человек. Если меньше, в мире будет хуярить. Не, типа, проблема с это то, что там слишком много человек на такой платформе. Меня чуть не убило. Лес вот лесу. Типа, я нашел спот наверху, который лучники дают лучше. Типа ренджа считается как мили, но соло не кидает и выше не кидает. Или сейчас пуля, или мы ее не бьем. Сейчас ману реснем. Но она уйдет сейчас. Пускай уходит, моба убьем большого. Окей. Надо подождать. Подходите сюда. Давай этих туда. Можно вообще ходера убить. Может. Раз пошли. Сугроб не наступайте. Дальше от сугроба отходи. Вот, видишь? Копорос. Как дела? Можете подменять? То есть... На ком агро идите ко мне. Так что вернемся, она идет. Ну пошли. Она уже почти тут. Давайте быстрее. Шаманов, раздели по патям. Идите сюда, что вы там делаете? А, и вы так просто. Вы зря сюда заявились. Кошек слей? Сначала. Здесь дерево лес.
лапку ему сразу. А чё мы Геру не жмем? Стесняемся. Давайте на том боссе не жмем. На Торе оставим. На то, на Ходора. Защитник. Защитник сломал тотем трепета, если что. Просто. Вы сами перекинулись там, да? Кого-то, кто ассист был? Я перекину. Кожу качаю. Идите за мной все. Неплохо. Чё неплохо? Ну, подойти, дать АОЕшку, неплохая идея была. Ждите, когда танк огромный, блядь. Потому что ДК это подольше происходит. ДК или анполи, судя по когтям и поганищу, дела. А какая разница, но мах просто влетел и дал ешку, когда я еще ни одного скилла в них не нажал. Тут мне кажется похуй какой у тебя спек. Тут вообще никакой спек не решает в этом случае. Я просто, чтобы знать. Типа,
Разные декора, разные вагоны набирают вроде. Ну, Анхолика лужи посильнее, вроде как там символ, еще какая-то хуйня. Анхолик по трешу посильнее будет. Но не более, блять. Для рейдов он не очень. Разве что когда ты 5 выйдет. Blood DK это соло таргет танк. В ГДК у него больше агро в соло таргет. И выживаемости больше. Сначала вспышки, потом босс. После заморозки сначала вспышки, потом босс. Заморозка на одна будет. У нас диспела нет, да? Угу. Печаль. Рога, не стой возле костра. Ты его потушь. Вам надо гердовать уже. Давайте, шаман. У вас два мага мертвых. Играть у босса? У нас 30 секунд. Походу не успеваем, да? 15 секунд. Да, давайте ляжем. Не бейте, вы убьете сейчас. Беги, малышка, беги! Да у меня вылетел этому интернет. Ну, било 4 человека. Походу у троих интернет вылетел. Сначала они сдохли. Они сдохли на камнях. Короче, когда дуновения по рейду идут, три мага, если видите,
хуёво. Прожимайте глыбу. Хотя бы в глыбе постойте. Через глыбу он, по-моему, не уешь. Топорос, не уешь. Обновлю, ну, освежу твои знания по аудио. Там на тебе стаки. Там кто-то АФК хотел отойти, мне тоже надо. Ну, насколько? Давай, может, это перекур. Ну, там это 5 минут он. Да, еще 5 минут. Перекур поставлю. Макс, самануть тебя. Вставай, беги. И всех, кто там остался, вас саманут. Лок с нами.
Помогите, пожалуйста. Там трэш. Нахуя в эту было лужу заступать? Мне интересно просто. Когда ледяные дуновения. Либо помогаем прохиливать хилам, либо прожимки прожимаем. После вспышки, когда большие круги, мы заходим. Босс замораживает опять этих мобов. Сначала их разбейте после первой вспышки, потом бейте босса, потому что они дают бафы. Что я такой маленький, блядь? Приправу кушал, наверное. Все готовы. Не стой возле костра, того.
дуновение прожимаем. Беги, малышка, беги! Зашли. Из вспышки. Сначала вышли, потом зашли и босс выиграл. Да, сука, ни паладина, ни вара, блядь. Никакой знаешь, нахуй. Военный охотник Шалан. И в прошлый раз, когда я ходил в десятки. Был. Оно всегда под. Это шаманы. Кому надо? Хантов, варов нет. А, я знаю, на распыл. Открываешь и на распыл. Где ты там? Они падали, я не знаю, КД, наверное, 3, блядь, льда, когда вышла. Эта хуйня, воин-охотник-шаман падает. Просто со всех боссов. Да, постоянно. Нет костей РП, блядь. И тоже никого, кто будет носить. Так, ДК. Рога, ДК, маг, друид. Магия. Сколько кусков у кого? Штаны. Рога. У меня штаны есть. Так, креветочка 0, копорос 0. И слизь дерева. Слизь дерева у тебя 0, да? Блять, кого будем одевать? Мага или слизь дерева? Ну, если слизь дерева закину. А чё мы это на Торе мы не идем? Или куда вы ушли? Куда вы ушли? Мы на Фрейнер. Зачем вы обходили типа к порталу эту? А это когда Тори мы убить не могли, так к тебе приходить. Ну, а сейчас что мы не можем? Сил набираемся перед Торимом, да? Глядишь, ты 8 выпадет второй кусок. А с Торимом еще, кстати, башка с десятки, я не помню. Плечи. Хуёво, что одни РДДшники, блядь. Надо одновременно убить, если что. Сейчас ваншот шотнет. Ну, я бы сказал, желательно одновременно убивать. Что он увеличивается. Немножко увеличивается урон. Они, по-моему, даже 25-ки не шотают. Шотают? Не помню, я ДКшником держал 2.
Вроде Но не танка не шотают, а всех миликов шот. Хули эти милики? Мы же танки, нам похуй. Он, если робот... Хэми Торима хотите или в обычке? Я вот хуй его знает, как сейчас сможем, но нет. Так. Ну, у вас миликов нет. Чё там миликов мочь? Нету. Да, чё там мочь, просто как на арене будут жить ребята. Маги, в принципе, есть. Кто танчить будет на арене? Нужен ли танк вообще на арене? Ну, нужен, если не танк, то латник, а латника у нас нет. Скорее всего, нужно будет спекнуться тебе. Смотрите, можно сейчас одного моба оставить, шипнуть его и расставиться на вторую фазу. А что там расставляться в десятке? Нахуй? Ну, смотри, есть места, где Blizzard бить не будет, то есть бегать не надо от Blizzard. Ну, ближе к стене он бьет. Ну, да. Встать нужно ближе к центру, но так, чтобы и отбегать. Есть для хилов сейф-спот, где можно вообще не бегать от разряда и Близзарда. Под балконом и у ворот. Нет, под балконом будет Близзард, если они там станут. Ну так ближе к кружку, к центру. Ближе к кружку, к центру я буду стоять. Ты босса лицом на ворота, откуда мы зашли, поворачиваешь или куда? Да. Чё, в кишку пойдешь? Мне все равно. Ну иди с ним, гнидыч, слез дерева, базука. Ну и креветочка. Думаю, втроем хватит у вас времени. Задамажит. Слез дерева, гнидыч, базука, креветочка и ДК. Поехали. СС дашь на слез дерева. Базука рычаг прожмет. Пока гидыч СС будет давать. Все, идите, коротко. 3 минуты у вас после того, как моб умирает. Время пошло. Вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите. Я помню вас. Не иди так, Мах. Ты чё? Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы... Кастеров первых. Кастеров убивай. Налет. Чё, уходите. Ушли влево. Прости.
все по под мобов стань. Все по одному. Вот тут раньше в Адмитин друг от друга. Я сам с пули босса, никто ну не трогать, по центру не бежим. И если чё, рейндж 12, не 8. Под балконом можно, парни. Оттуда, где мы спрыгнули. Ты можешь пока в коте бить. Ну, там это, последние стаки надо. Отходите от цепной вот этой вот молнии. Она может вас ваншот вместе с залпом. Забрать надо. На, хотя тут уже. Ну, Гера тут не светит. Тут хилы должны сильнее хилить. Плюс от цепной надо уходить, а вы умираете. Ну, от разряда, да, молния, вот эта вот цепочка, идущая к боссу от колонны. То есть она вас убила всех по одному. Не, тут в обычке бить надо, тут и близко, но не пахнет. Ну, окей. А мы просто будем идти медленнее. Десять секунд.
Да? Не в ДПС дело, люди не понимают, что тут еще происходит. Как бы умирать на пятом стаке боссе от разряда, это такая себе идея. Вы бы смотрели это видео Войда, как он там ходит от этих? Так я тебе говорю, что тут хилы это не отхилят пока что. Им рано хэм. Мне хэм же, да? Мне не идти. Право. Лев. Право. Быстрее. Влево. Под мобов. Как у вас там дела? Все, все плохо, я вижу. Неудачники, заморыши! Вам там танк в любом случае нужен. У вас ни одного милика там, кроме Рога. Рога такой себе танк. Ну, вы без танка там всех положить тряпка. Ну или же ты в мишке, но в сове ловишь, чтоб на второй фазе просто ДД будешь. Ну, если ты заберешь мага, мы можем на не успеть. 4. Нет, 4 минуты, если на него не успеваешь, нас ваншотает. По крайней мере, тут.
А место арестера друида хулипал. А место Эршамы ДЦ прист. Ну, это самый лучший сетап хилов. Ушли вправо. Влево ушли. Двойной. Стойте, да куда вы спули? Блять, тут 4 мо. Куда нам тут? У нас забагались мобы, у нас их по 4. Багану, да. Неудачники! О, сейчас убьют там.